Nikita is part of a collective of Moscow activists that were first to challenge the anti-gay propaganda law by standing in front of the children's library with a sign saying being gay is normal. Most of their protests are masterminded by Alexei Davydov, who is one of Russia's most influential gay rights activists. We tagged along as he prepared an action. Вообще, я никогда не планировал становиться хоть каким-нибудь активистом. Я жил с парнем, жил довольно-таки счастливо до тех пор, пока его не убили. Родственники очень хотели, чтобы я вернулся к благопотребному образу жизни. Они считали, что это дурное влияние на меня, хотя и я точно знаю, что именно они выдали его, и по их наводке он был убит. Когда у тебя отнимают что-то близкое, что-то родное, а в итоге ты живешь, потому что живешь, или ты делаешь вид, что живешь, потому что так надо. Не сказать, что это какой-то нонсенс, это происходит там очень редко. Просто никто не ведет этой статистики, и никто этого не знает. И люди, с которыми этого случается, не всегда готовы об этом рассказывать. Трудно с кем-то согласовывать свою позицию, поэтому я делаю то, что должно делать, и будь что будет. Ну, с перспективы моей лично, с моей точки зрения, в данный момент в этой стране достаточно жесткая обстановка относительно гей-активистов, поскольку я планирую в дальнейшем будущем все-таки уехать из этой страны, чтобы я об этом как-то не задумывался. У меня есть такая задача, что я хочу действительно чего-то сначала добиться в жизни, и потом уже в дальнейшем расскажу, хотя в каких-то определенных планах у меня существуют такие идеи, что, возможно, к 30 годам у меня будет семья, абсолютно нормальная, полноценная, но исключительно с той женщиной, которая будет осознавать мою реальную ориентацию. Это будет даже больше брак не по любви, это, возможно, будет брак исключительно как раз-таки для родителей. Unlike the activists, our driver Artem is cautious about being open with his sexual orientation. His attitude probably represents the majority of Russia's gay community, which explains why there are still so few gay rights activists. Даже если ты гей, который не выходит ни на какие акции, молчание в этой стране не залог безопасности. Это не значит, что гомофобные законы не окажут на тебя никакого влияния, потому что завтра любого из нас могут убить по каким-то гомофобным соображениям, выгнать из института или с работы. Мы не сможем жить со своим любимым человеком. Более того, наши дети, если у нас будут дети, тоже будут расти в атмосфере ненависти, невежества и страха. Естественно, этот риск намного перевешивает, то есть все те, по сути, невеликие опасности, которым мы подвергаемся, выходя на протест. Что означает эта акция? Мы считаем, что это фашистский закон, который обрекает ЛГБТ-подростков на жизнь в чулане, на самоубийство. И с момента обсуждения этого закона было убито уже 7 человек. Значительно увеличилось количество нетерпимости. Это дети, которых общество не желает замечать, которых оно не желает признавать, оно делает вид, что их нет. Родители тоже не имеют никаких сведений об ЛГБТ, они считают, что их дети больны. Они принимают на веру то, что им сообщают средства массовой информации, подконтрольные государству. А средства массовой информации заинтересованы в том, чтобы создать образ ЛГБТ сообщества как сообщество людей, которые сами выбрали для себя какой-то стиль жизни, которые сознательно противопоставили себя обществу, и таким образом можно возбудить общество враждебность по отношению к ним. Следователь, который допрашивал меня не так давно, задал мне такой вопрос. Что вам известно об организации под названием ЛГБТ? Принадлежите ли вы к этой организации и сколько еще человек помимо вас в ней состоит? Вот. То есть представители правоохранительных органов, которые разбирают дела о ненависти и преступлениях против ЛГБТ, они прежде всего даже не знают, что такое ЛГБТ. То есть их невежество так глубоко, что они даже не понимают, что ориентация – это врожденный факт, который нельзя изменить. One of the main factors of the widespread homophobia is the increasingly powerful Orthodox Church. After the fall of the Soviet Union, the Russian Orthodox Church had a massive revival, with full support from the Kremlin. Nationalist Orthodox values were the cornerstone for building the new Russian identity. Today, 79% consider themselves Orthodox. Our Lord created man and woman to make family. Other things are unnormal. It's my own opinion, it's opinion of our church, it's opinion of the majority of our people. Россия – это не Европа, и у нас есть свои консервативные традиционные ценности. Вы знаете, в Европе сейчас вот идет явный выход за пределы нормы, потому что легализуется педофилия, легализуется зоофилия, есть уже зообордели. The connection between the Orthodox Church and the state is concerning, but to criticize it is risky, like in the case of the feminist punk collective Pussy Riot, who had 3 members arrested, 2 of which were sent to jail after they protested against the Orthodox Church's support for Putin. We met up with Katya, the only one who at the time was walking free. In your Punk Prayer, you sing about gay rights. What is the direct effect of this collaboration between church and state? Мы имели в виду вот тот самый закон о запрете пропаганды гомосексуальности. Проблема в том, что общество сейчас навязывается вот дискурс возврата к духовным ценностям, и люди, которые даже там не доверяют Путину, не доверяют представителям государственной власти, они верят представителям Русской Православной Церкви и Московской Патриархии. То есть люди, которые не были еще уверены, да, на чьей стороне, они увидят, что этот закон принят, они верят правительству, и они сейчас станут на сторону антигейской пропаганды и будут ненавидеть ЛГБТ. И ситуация сейчас ухудшается с каждым днем. К сожалению, с помощью Русской Православной Церкви сильно уменьшаются шансы на любые положительные изменения в нашей стране. Путина прогони!